Если раскроешься тьме, она тебя уже не покинет. Мы следим за новым игроком. Мы называем его Deathstroke. Ты не умрешь, пока не познаешь полного отчаяния. Мертвых почитают боем, а бой еще не закончен. Ты остановишь Слейда. Огонь! Ты помог мне стать героем, Слейд. Спасибо. Под двумя именами жить нельзя. И что это значит? В твоем случае это значит, что у тебя нет выбора. 2 года назад в Стар-Сити считали, что я погиб. Но я вернулся. Ты мог представить, что мы станем партнерами? На компанию есть еще один претендент. Рэй Палмер! Рад знакомству. У вас чудная компания. Тебе придется остаться здесь. Черт, Оливер, да если бы не я, ты бы уже 10 раз погиб. Есть живучие люди. Например, ты. Не надо так удивляться. Меня не так уж долго не было. Мы не маски. И нам в жизни нужны люди, которые их не носят. Фелисити, ты сходишь со мной поужинать? Не все 5 лет я провел на острове Лянь-Юй. А где же? Чтоб ты знала, я всегда буду пытаться сбежать. А чтоб ты знал, очень легко убить человека, которого весь мир считает мертвым. Ты подвел этот город! Стрела! Я оказался в городе Нанда Парбат. Там я кое-кого встретил. Рас Аль-Гул. Откуда ты знаешь это имя? Рас Аль-Гул приказал тебе вернуться. Ты сказала Расу, что я жив? Он был очень рад это слышать, ведь он так сильно хочет лично тебя убить. Если хоть половина слухов о Расе Аль-Гуле правда, мы все заплатим. Долгожданный 3-й сезон. Смотрите с 8 октября.